Добрый день, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем уроке вязания для начинающих. Сегодня мы будем изучать, как правильно закрывать вязальное полотно, чтобы уже можно было пользоваться изделием. На прошлых уроках мы изучали, как правильно набирать петли, как правильно провязывать петли, как правильно набирать края, чтобы были красивые края, чтобы не был кривой ряд. Вот. А сегодня мы будем изучать, как правильно закрывать последний рядок. Берется две петли, провязывается. Опять берется две петли, провязывается. Опять берется две петли, провязывается. Две петли провязывается. И так до конца, до самого окончания ряда. Как вы видите, вот так эта сторона ряда уже свободна. Вот так вот аккуратненько провязываем до конца. Вот. И так до самого края, до окончания ряда. И потом этим полотном можете пользоваться, можете сделать одеялку для куклы, можете сделать шарфик, как вам больше нравится. Уже мы заходим до конца. Вот уже последняя петелечка. Вот и сейчас, когда вот уже последняя петелечка, вот можно так. Вот этим полотном уже можно пользоваться. Можно взять крючочком, затянуть эту петелечку, или можно просто спичкой вот так вот взять и аккуратненько продвинуть. И все. Здесь ножичками обрезаем и здесь затягиваем. Вот так вот получается наше вязальное полотно, которым уже можно пользоваться. На этом, дорогие друзья, мы заканчиваем наш урок вязания для начинающих. Спасибо большое за просмотр моего урока. Всего доброго. Не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал.